существуют разные профессиональные бои, то есть есть бокс, да, классический бокс, который всем известен, повсеместно он развит. Появился кикбоксинг. Сейчас также очень много версий кикбоксинга. И вот ММА – это следующий шаг развития боевых искусств, где разрешены удары руками, ногами, разрешена борьба в стойке, в партере, разрешены удушающие, болевые, в том числе можно добивать лежащего противника. 12 октября здесь на Коневе будет ММА-шоу «Охота за головами». Вы узнаете позже, с чем это связано, почему такое название. И здесь будет 5 поединков. Два из которых супербои Россия-США. Ну, скажем так, я приятно удивлен, во-первых, самим дворцом, потому что, в общем-то, вы его называете баскетбольным центром, да, я бы сказал, это такая арена хорошего уровня, бойцовская арена. Поэтому, конечно, будет большое удовольствие для зрителей, которые придут сюда, сколько возможность рассмотреть поединок с любой точки практически, здесь идеальная. В отличие от многих таких значительных эвентов, поскольку мероприятие здесь достаточно знаковое, поскольку мы тут увидим топовых бойцов из Америки и постсоветского пространства, то, конечно, я думаю, проблем с притоком зрителей не будет. Есть такое серьезное имя, как Булантелло, это человек, который открыл Беллатор, который долгие годы много поединков в UFC провел и побеждал. То есть такое впервые он будет выступать в России. Это достаточно знаковая, интересная фигура.